Итак, всем кусь-кусь, народ, с вами RCB канал Zendik Channel, да, Зонтик отдает долги, поэтому он сейчас начнет стримить краш, сейчас мы так перекурим. Так, звук вроде в порядке, сейчас проверим трансляшку. Шпоник, где у нас краш? Вот у нас краш. Погромче чуть-чуть делай. Вот. Потому что, скорее всего, может быть что-то не то. Светлана Пастор. Activision представляет. Взрывная волна из прошлого. Да, игрушка, наверное, громковата. Разработана по интерьеру Activision. А я что-то вырубился. Хотя нет. Чего там написано в чате? Я не слышу, блядь, чат из-за игры. Это Crash Bandicoot. Короче, работает. Сейчас все поднастроим до конца. Мы его все-таки поставили. Сейчас его чуть-чуть потишундер надо сделать. Так. Это Crash Bandicoot 2. Кортекс наносит ответный удар. Бля, а где здесь громкость-то? Я тоже не знаю. The Win Sim. Где танки, Саня, ты? Вот там сейчас подумал. Саня, ты собака, вот. У меня просто собаку не считает. Не, Зонтик сказал, что пока он по танкам не очень, а вот в краше он для вас постримит. И будет сам скотина стримить. Бля, где здесь звук-то сделать? Поход нигде. Светлана Постол, у зонта долг. Да не, сейчас надо вот так вот просто. Шепчатик чуть-чуть погромче, а центр чуть поменьше, все нормально. Да, у зонта еще какой долг, блядь. Вот. Сейчас просто это, мы помимо того, что запускали краши, устанавливали. Кстати, смотрите, 16 гигабайтами оперативки надет вообще на ура. Еще попутно у нас... блять, я что-то нажал. Блядь, джойстики свои зонтики раскидываю, блядь. Вот это. Блять, вот сейчас ты куда-то нажал точно. Все нормально. Вот. Посмотрели еще у просрочки патруля ролик. Как нас продолжают обманывать. The Win Sim. Скатина этакая. Один еще то. Не, Макс, правда, я сейчас не смогу в танки сыграть. Зонтик, если публика попросит, а ты работаешь для публики, потому что ты стример, а не публика работает для тебя, ты будешь, блядь, сука, играть в танки. Заодно мне надо про оператив. Ну, по-моему, Светлана Постол. Зонт, привет, как дела? Свет, относительно. Пока не родила. Если бы я родил, я бы охуел. Да, зато бы мы задонатили всем, кто нам донатил. Потому что миллион баксов бы был бы. Три. Уже три? О, тем более. Ладно, передаю микрофон Зонту. Он идет курить и играть. Народ, всем привет. Немножко сейчас поиграем. Подожди, блядь, ты тут провода выебаны. Только первого краша не будем. Он недавно был. Будем во второго. The Win Sim. Зонт, стреляй с Лёва, танк бил. Светлана Постол, а потом танки. Ну, насчет танков это уже... Светлана Постол, а потом танки. Зон, стреляй слева, танк. Йоу. Ну, насчет танков реально, народ, не знаю. Вряд ли получится. Смотрим мультик, я никогда их не включаю.
Я как раз пока покурю. Бля, опять нахуй. Главное, блядь, сука. Креста. Вот, грызет. Светлана по стол. У зонта бомбит после танков. Вот. Свет, у меня еще 10 дней премиум, а я не знаю, как в него поиграть-то. Помойте, слышно? Дурак! Думаешь, я не знаю, какова ситуация? Если на поверхности у нас не осталось друзей, значит, нам нужно найти врага. Крэш, Крэш, Крэш! У меня аккумулятор сгорел. Делай полезное дело, братец. Найди для меня новый аккумулятор. Зонта Джисси и Чар Гусь. Не, он сейчас еще одну будет. Будил тупорылая, блядь. Ну чё, побежали. Завин Сим. Эх, хорошо, я поспал на том стриме. Ой, куда меня спить? Я уже не помню. Куда спить, или там уже нету? Это точно. Не, сейчас, наверное, придурок будет пиздить. Так-так-так. Не Крэш ли это Бандикут? Приветствую. Приношу извинения за жестокий способ телепортации, но я подумал, что письменное приглашение от меня будет отклонено. Мне нужна твоя помощь. Вокруг тебя есть 5 дверей. За каждой дверью находится хорошо спрятанный кристалл. Кристаллы выглядят так. Принеси мне кристаллы, Крэш. Это все, что я могу сказать сейчас. Мы еще поговорим. Народ, все нормально работает? Ну, вроде как, да. Так, ёшкин кот. В аптеке, извините, а у вас есть Дендон с усиками? Есть, но он сегодня не вышел на работу. Здорово, ёшкин кот. Как дела, как настроение? Блять. Давайте от кому побежим. Ненавижу, правда, это. Ну, пофигу. Ёшкин кот. Привет, ребята. Кусюк! Кусюк там, Лёха. Ну шо, помчали. Так, от первого съебались. Фу, ну побежали со вторым. Блять, жопу дожгли. Блять, дважды подожгли. Блять, еще и расхуяли. Ёшкин кот. Привет всем, кто это видит и слышит. Здорово, здорово.
Крис, прыжок, да, бегать. Нет, пружинка подрыгивает. Съебался. Твой ТНТ к нему лучше не ходить. Блядство. Как гласит реклама Вискаса, дохлый кот меньше хлопот. Ой, он сейчас упадет. А, не, не хочу. Вот, вот сейчас пойди, пойди. А, кристалл! Фу! Так, пойдем на бонус. Сейчас на бонусе мы опять проебем. Народ, спасибо, что смотрите. За лайки тоже спасибо и за просмотры. Ем. А вот это жопа. Я же говорил, приебем. Не, мы еще попробуем. Ой, дважды проебали. Не, народ, третий раз последний. Не, все, побежали дальше, ну нахуй. Лёха скоро вернется, а мне опять жопу поджарили. Собака просит гулять. Ёшкин кот. Идут Пятачок и Винни по лесу. Винни, Винни, а куда мы идем? Свинье морду бить, а если убежит, я тебе убегу. Не, народ, так никаких жизней не хватит. Беги, сука! Не побежал. Блять, две жизни осталось. Жопа! Да, блять, что ж я все забываю про эту хуйню? И про эту хуйню! Блять, не допрыгнул. Жопа. О, еще жизнь. Блять, да что ж ты будешь делать? Да. Я вспомнил. Идите нахуй со своими ящиками, блядь. Фу! Кое-как прошел. Завин Сим, кто хочет, чтобы я сталкер постримил? Ну, не знаю, Макс. Мне сталкер не особо.
Ёшкин кот, а вы кто? Молодец, Крэш. Я знал, что могу на тебя положиться. Теперь слушай внимательно. Голограмму сложно поддерживать. В смысле кто? В ходе моих интеллектуальных исследований я наткнулся на силу, которая грозит миру уничтожения. Ёшкин кот, привет, как дела? Зовин Сим, ясно никто. На кону судьба мира. Поэтому крайне важно, чтобы ты принес их мне. Крэш, ты там? Крэш, 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 ты там? Ты там? Так, снежный ком прошли. Ну, блин, даже не знаю. Падал снег, там пингвины, ну и нахуй. Пойдем в черепаший лес. Ёшкин кот. Света, привет, девочка Света. А, ну тут крыс, тут хрен с ним. Зевин Сим. О, черепаший суп. Ёшкин кот, я вас не помню, а может и не знаю. Всё, как может быть? Не, все-таки еще промахиваюсь по кнопкам. Ну! Зевин Сим, меня я на каждом стриме почти. Ну это да. Блять, как эти черепах убивать, я не помню. А, сверху на них прыгать. Тихо. А, Лёха вернулся! Вроде нормально. Ну чё, Дима Громовый, зонт здорово. Здорово, Дим, как у тебя? О, ниху, блять, а вот теперь пиздец. Дима Громовый, вот нормально. Ну и слава богу. Светлана Постол. Дим, привет, что-то я тебя не видела долго. Дима Громовый, ты как поживаешь? Светлана Постол, как дела? Блять, а тут не допрыгнуть. Дима Громовый. Привет, Света. Вот и нахрена я. Дима Громовый. Свет, у меня просто работа. Светлана Постол. А-а-а.
The Win Sim. Приятного аппетита мне. Приятного, Макс. Чё-то не бонус, а говно какое-то. Светлана по стол. Завтра всю неделю отдыхаю, слава богу. Бывает, Свет. Драмовый, у меня отпуск. Дим, это хорошо. Ща Лёха будет стримить, как вы просили. Светлана по стол. Въедз 2. Просили, чтобы я в это поиграл. Ну, давайте попробуем. Хуй знает, что из этого получится. Получится, скорее всего. Ну, ладно. Давайте, спасибо, народ, за вас, за подписчиков. Без вас не было бы канала. Чипоникс. Дима Громовый. Я месяц в рейсе был и неделю на границе стоял, из-за этого мне отпуск дали. А что ты делал, Дим? Ну, в смысле, что за служба? Дай перчик. Ну, и чё, Зон, куда мне заходить? Так куда заходить-то? Дима Громовый, я водителем работаю. А, понял, Дим. Давайте попробуем, Зон, забивай пока курить. Так, и что тут делать? Так, это крутить, это прыгать. Дима Громовый, ну тип дальнобойщик. Чего приседать, куда, блядь? Когда подпрыгиваешь на ноги, снимаешь пасы. Ага. Ну погнали, хули ее. Я знаю про маску, блядь, зонт я играл, заебал, блядь.
во-первых, что прислал, посмотри, пожалуйста. Контрольная точка, это хорошо. Нахуй пингвина, блять, маску разлетели, сука. Нахуй животных, блять. Ух, нихуя тут какая хуйня падает, блять. Блять, и я падаю. Да нет, джойстик непривычный, а мой работает, интересно. Блять, а мой не работает, сука. Наебалово какое, а. Надо, крутился, сучёныш, ёбаный, блядь. Хуй вам, я помню, что здесь что-то падает, блядь. Нахуй пингви... А, это тюлень, блядь. Ну какая разница? Блядь. Заебись. Вот теперь у меня ботинки из ушей, нахуй. А чё, прикольно. Ебало до ушей, хоть завязочки пришей. Ой, это спидран уже начинается. Просто идем, блядь, и хуячим. Да, что-то у меня хуячим не получается. Кусия. Кусю енотик, кусю, кусю, куся, куся на куся. Бля, мне тут какая-то ебало с горящими глазами говорит, что все пиздец, нахуй. Ай, спасибо. Начинать. Совсем балдеть. Дима Громовый, енотик, привет. Блять, вот нахуя я сорвал этот ящик? Одни киды остались. Вон яйцо выпало у Краша. Зато мы теперь знаем, что это мальчик. Упоротый енотик. Дима. Сейчас проверим. Ну-ка, бдыщ. Кроссовок, кроссовок, яйцо. Ну, я же говорю, мальчик. Ладно, давайте добьем его жизни, потому что это... Столько проигрышей, это пиздец. Чпоньк. На что это, на печень? Не похоже, блядь. Похоже на яйцо. Бедный Крэш, блядь. Мало того, что взорвали, блядь, еще и костра там остался. Смотри, что Андрюха пишет. И что нам это, за сообщение голосовое? Упоротый енотик. Как алкогольная профилактика. И... Вон Зон Краша стримит. Но сейчас, правда, просили еще, чтобы я постримил. Вот, я стримлю. Да, да, да. Алакаст работал, скажи, блять, сука. Да-да-да-да-да-да, сюда. Ебать, яблоки, сука, отдайте нахуй. Жматы, блять, сука, кто так озеро отполировал, блять. Яблоко спиздили. Блять, ебаный бандикут, блять, ты ходить научишься когда-нибудь, блять. Бля, как эту хуйню стащить, блядь? Дай в рот его бомбить, ну. Поехали дальше. Пизду. Упоротый енотик. Мой мозг вошел в загрузку, когда ты сказал, что Зон стримит Краш. Ведь играешь ты. Ха. Ну, сейчас да, просто про... Упоротый енотик. Не надо было этот ящик трогать, да? Да. Там написано нитро, но я думаю, это ускорение, блядь. Ускорили, сука. Блядь, опять я маску проебал. Пизди яблоки, сучёныш, блядь, бандикотовский. Упоротый енотик. Зон, ты ещё жив? Нет, он уже мёртв. Нахуй этих котов, блядь, морских ебучих. Енотик, кус-кус, клац-клац. Блять, заебись, уебался в этот ящик ебучий. Да что ж такое-то, блядь? Ну хоть маску спиздил. Покрутился, блядь. Уебище лохматое, блядь.
упоротый енотик. Зачем меня клацакать? Ха. Доездился, сволочь, блядь, енотовская, господи. Этот, блядь, как его нахуй, блядь, тюленевская, ебучий козел, блядь, сука, забыл, как эту лошадку звали. Маска, ахов, там тоже коронавирус. Да пиздец, вот везде коронавирус. Упоротый енотик, упоротый енотик, ару. Нахуй тюлени, блядь, тут это, блядь, мне кроссовки в уши вставляют, блядь, хуетень ебучая, блядь. Ну-ка давай, блядь. Во, блядь, все, нахуй, отсоси, блядь, железяка. Тюлени, нахуй. Еще тюлени, нахуй. Завин Сим, тебя вообще тискать надо, енотик. Ура, блядь, он чекпоинт ебучий, тюлени, нахуй, я сказал, блядь. Ебать, тут деревяшки летают. Тихо, блядь, а то мне, упоротый, блядь, ботинки в уши засунут. Написал бы тис-тис. Упоротый енотик. Так, нитро я уже знаю, что трогать нельзя, блядь. Блядь. Знаю, что нельзя, но трогаю. Что это за хуйня, блядь? Ебать, тут ящик понастроили, блядь. Да и в рот их бомбить. Да. А нахуй яблоки нужны, блядь? Почему, блядь? Почему эта хуйня яблоки жрет, блять, хуй туда допрыгнешь. Ладно. Тюлени нахуй. И меня нахуй. Он кроссовки летают от меня. Упоротый енотик. Все очень плохо. Тут даже деревяшки летают. Да тут все летает, енотик. Блять, вот видишь, у меня теперь кроссовки с жопы торчат. Блять, все ебаный джойстик зонта, блядь, я нихуя к нему не привыкну, блядь. Пингвина нахуй! Упоротый и меня нахуй. Ахазов. Блядь, зон, хуйню какую-то, блядь, с уровнем поставил, блядь, подъебал, падла, блядь. Пусть шутка. Ты игра кончена, блядь! Ёбаная деревяшка, сука, сожгу тебя на костре, нахуй. Наливай, давай. Все, еще, блядь. Все, нечего, ну слава богу. Шапка, кусь, енотик. А, покурить мы хотели. Да. Все, сейчас попробую еще раз пройти эту хуйню и это. Погнали, пойдем курить, блядь. Блядь, как с этого уровня теперь съебаться? Никак, блядь. Ой, египетская сила, блядь. Пингвина нахуй! Упоротый енотик. Забыли покурить. Не говори, упоротый, блядь. Упоротый енотик. Он... Ужас какой. Бандикуты ездят, блядь, и это... И что-то делают, блядь. Тюлени нахуй! Нахуй тюлени, я сказал. О, ну еще и два ящика раз было, отлично, здесь можно пройти. Ура, я... Дошел, блядь, сюда нахуй без этих. Без этих. Блядь, без проблем, короче. Блядь, взял яблоко от сундуха. Ну зачем, блядь? Яблоко было ни при чем, блядь. Так, здесь хуйня падает. Я знаю, блядь. Нахуй. Тюлень нахуй, я сказал. А Саня, ты тюлень. Саня, ты тюлень, понял? Блять, вот все, опять кроссовки в жопе. Ой, нихуя, я еще вас... А, я возвратился, ура, блядь. Спасибо, нахуй, священная маска, блядь. Блядь, тут с деревяшками. Беда. А ну падайте, судья. Пингвина нахуй. Блять, с этим ящиком нитро ёбаным, блядь. Ты перепрыгнешь, сука. А не, хотя может перепрыгнешь. Вот, выпить. Упоротый енотик. Ебать, енотский зонтик. И тюлени нахуй. Че? Упоротый енотик. Тюленевский зонтик, как? Да. Маска.
Что, вниз, да? Нет, контрольная точка. Сейчас еще одного пингвина. Нахуй! Нахуй, сказал пингвина, блядь. Блять, а вот это уже не нахуй было. Пизда пингвином, блять. Я люблю Windows, я не Linux, блять. А жизнь дали. Главное не просрать теперь. Тюлени нахуй. Ну короче, заебись, я к нахуй. Пиздатая игра, блядь. Деска называется, блядь. Нахуй тюлени, я сказал, блядь. Бля, тут что-то стрёмный зонт. Ну какой-то волшебный. Нет, ты всё, ты пришёл. Дальше. Я пришёл. Куда пришёл? Зачем пришёл? Завин 7. Зонта тюлень. Зонтатюрень, да. Зонтавирус, зонтахренус. Все, ладно, перекур, пойду себе дождик замучу. Вот что я хочу. Ты будешь зонт? Потом, правильно. Нехуй Лешку не придай. И тебе еще стримить, блядь. Спать он, блядь, хочет. Все, зонт, на, нахуй. Я все прошел, блядь, я чемпион, блядь. Еще и с алмазом. Из биалмаза это нельзя. Три кристалла. Неплохо. Ура, Лёшка гений. Мне нужно экономить энергию. Я свяжусь с тобой позже, как только ты получишь пятый кристалл. Чё, всё, Wi-Fi хуёвый, да, мужик, блядь? Так, ладно, народ, перекурундер. И продолжим чуть-чуть. Ебать, Элвис Пресли просто нахуй. Хуё-ё, блядь. Упоротый енотик. Слушай, а когда-нибудь не хочешь поиграть в стимулятор свидания? Ой. А чё за свидание, енотик? Ну-ка рассказывай, поиграем. Упоротый енотик. Только такая заебская игра. Ну а мы, бля, свидание быстро назначим. Всё ништяк будет. Всё будет шоколадец. Упоротый енотик. Тейбл Мэнес. Упоротый енотик. Ва. Кого въебал Мэнос, блядь? Заскриншотил. Ладно, даю управление зонтику, пускай стримит все-таки его стрим. А я так буду в чате еще посиживать. Упоротый енотик. Потом посмотри, может понравится, ахах. Ну, насчет понравится, не знаю. Упоротый енотик. Можно поржать, хы. Сейчас, Дара, давайте кругаля пока побегаем. И попрыгаем, чай покурю. Упоротый енотик. Опа, живой говорящий зонт. Здрасте. Привет, енотик. Так, падал снег. Леха прошел на все 8. Сдавим все... 7. Даже... Остановись, ааа. Не, Макс, я уже не могу. Сейчас, ну, пару уровней пройду и остановлюсь. А то уже реально что-то сомкнуло.
А, на все 8, по-моему, где с водой. Жоп, короче. Упоротый енотик. Шея затекла. Упоротый енотик. Все затекло. Упоротый енотик. Спасайте. Енотик, бывает. The Green Sim. Не ее бегать по кругу, остановись. Упоротый енотик. Не бывает. Влатос, здрасте, сонное царство. Здорово. Как у тебя дела? Блять, вот как я умудрился утонуть. Упоротый енотик. Улица владяя. Влатос, дело неплохо. Ну, это хорошо. The Win Sim. Енотик, можно тебя за попу тис-тис или клац-клац? Влатос, сами как? Упоротый енотик. Ну, как жизнь, Влад? Влатос, куси я енотяя. Блин, я же вроде и убью. Упоротый енотик. За попу нельзя. Так, ну... Эд, бонус тут проем. Solid Snake. Привет всем, вы на канале Zond Channel. Сегодня в эфире скандалы, страсти и расследования. Тема дня на нашем шоу – вот как украсть хвост енота и где пропала заноза. Влатос, да, кстати, енотик отлично, а сама как поживаешь? The Win Sim. Почему? Упоротый енотик. Влад, хорошо. Влатос, вот это новости. Упоротый енотик. Солид, кусь. Влатос, за хвост Моня. Солид Снейк, привет всем. Пизда батарейки у меня с телефоном, короче. Упоротый енотик. За хвост Моня. Влатос, привет. Solid Snake, пусть енота за нос. Упоротый енотик, пусть за пупок. Блять, опять утонул. Влатос, тогда пусть хвост. Упоротый енотик. Ой. Да, блядь, даже до бегемота не допрыгнул. Упоротый енотик. Не тонет ли же не тоня? Влатос, бугага. Влатос, это точно. Так, до чекпоинта доехали уже, хорошо. Потагнул пару раз. Влатос, не тони, ты же не тони старт. Народ, спасибо за лайки, за просмотр. Упоротый енотик, я тоже так хочу. Прыгать по бегемоту. Упоротый енотик. Коротко о моих снах. Уровень прошли, а 20 ящиков не собрали. Пиздец. Лёх говорит, енотики-бегемотики. Сейчас нас вышвырнут.
Упоротый енотик. А Хазар? Влатос, а что с Лёхой? Не, он заряжается, не трогай. Просто с батарейкой. Упоротый енотик. Ну не буду же я сама по себе прыгать. Ну да, логично. Яма. Чё-то название не пугает. Завин Сим. А нога затекла, спасите, помогите. Иголку воткни. Ну, в смысле, не воткни, а пока... Не, ну в смысле это, да. Тут Лёха прав. Лёха, отзовись. Поэтому, блядь, как это, по икре, короче. Упоротый енотик. Жесть. Не, жесть, потому что я не понимаю, что происходит. Просто бегу. Влатос, игроукалывание. Ну да. Так я же говорил, блядь. Ты сказал, ну да, не то, что оно расслабляет. Иголку воткни, я сказал. Солид Снейк. Лёх передает, что иголка... рыбка есть. Иголка расслабляет, если воткнуть. Ну, в смысле, в мышцу. Упоротый енотик. Игловтыкание. Блять, да что ж ты будешь? Упоротый енотик. Куда воткнуть? Жопа. Я не буду говорить, что Лёха сказал. Упоротый енотик, я не особо рыбу люблю. Блатос, смотря еще в какую мышцу втыкать. Блять. Упоротый енотик, а я слышала. Бывает, енотик. Блатос, ни в жопу нельзя. Упоротый енотик. Было реально слышно. Упоротый енотик. Ахах. Солид Снейк. Еноты рыбу любят. Ну, наверное, без понятия. Ой, сейчас две птички полетят. Упоротый енотик. Я особенный енот. Я не рыбоед. Вот и я рыб не люблю. Упоротый енотик. Я копченую вот люблю. Солид Снейк. У меня сегодня коап-стрим на Тэвичо, залетай, енотик. Блатос. Енот рыбоедов. Упоротый енотик. И суп рыбный, а так не люблю рыбу. А, Влатос, я люблю рыбные палочки. Упоротый енотик. Солит. Не, ну рыбные палочки. Влатос, и рыбные котлеты. Бля, вот это сейчас жопа. Упоротый енотик, кажется. Влатос, и бургеры рыбные. Бывает, ой. Нет, за жизнью, конечно, сходим. Не, обратно не пойдем, умай. Влатос, ладно, чёрт меня понесло. Завин Сим, а у нас нет, идет и время перевели. Солид Снейк, я играю в доту, а это значит, что жру говно.
Лёх передает, а у нас ни, то, ни того, ни другого. Блядь, и как через это через? Сам признался. Вау! Я сдох. Черепаху я не знаю, как убить, поэтому, ну нахуй, лучше я не упаду. Упоротый енотик. Какой красивый мухомор. Владос и тишина. У нас прошли уровень. Владос, и не говори. Подожди, самый сложный уровень я уже прошел. Где от этого, от камня? Упоротый енотик. Чат и тишина, данная навек. Да. И не говори, енотик. Так, снежный ком мы прошли. Ой, репер, ой, блять, вот сейчас будет весело. Это Блатос. Босс. Играли в бесплатный Tomb Raider? Не, я только установил, еще не успели поиграть. Слепой Пью стримил в Дискорде, да, было прикольно. Он там на двое суток засел у него. Латос, и не надо, это пробная версия. Нет, почему Sonic обычная Snake была? Я играл только шок попасть на попул арки. Упоротый енотик. Чего? Блядь! Владос, странно. Мне писало, что там пробная версия. Нет, там обычная версия. Владос, солид красавчик. The Win Sim, что топовый сундер. Солид Снейк. Что за чокнутая белка? Я вообще думал, что это собака. Ну ладно. Бля, вот сейчас бы не перепутать, куда прыгнуть. По-моему, сюда. Упоротый енотик. Я вообще думала краса. О, победили. Владос, у меня она так себе шла в кат-сценах 60 FPS, а в игре от 30 до 10 FPS. Если не совру.
Упоротый енотик. Крыса. Упоротый енотик. Ахахах. Так, иди нам теперь наверх. Нет, блядь, не так. Блядь, это не так. Все, блядь, не так. Давай, поднимай. О. Так, вверх. РБ. И что там? И что у нас РБ, блядь? Влатос. Но сам факт того, что запускалось. Во, сейчас будет весело. Сейчас. Не, Владос, вон краш на самом деле должен работать. Крушим крыша, контакт с угрём. Не, в контакт с угрём не пойдем. Снежная история. Крыш серфер. Медвежий виза. Блять, ну надеюсь это. Вижу, Риберу снова повержен, и большой проблемой он не оказался. Но вернемся к делам. Нужно добыть кристалл. Я же не говорил, что не запускалось. Скоро будет парад планет. Всех 13. Упоротый енотик. А медвежата. Достаточную, чтобы уничтожить. Не, Влад. Влад, должно быть. Но если правильно все сделать, то кристаллы могут поглотить и сдержать эту энергию. Крэш, это ты? Я уже везде искала. У меня совсем мало времени. Ты должен быть осторожен. Доверять Кортексу кажется неразумным, Крэш. Я не смогу долго поддерживать тебя сюда, но, Крэш, ты должен найти... Поехали. Сейчас будет реально смешно. Упоротый енотик. Это что за волосатый единорог был? Влатос, ты должен найти. ДД подчеркивание Сандра. А это еще что за чудо Юда Лайт? Вай, лучше Зонт не знай. Зонт Джи Чарт. Пизда Бандикуту. Влатос, то не знаю что. Подожди, пока еще не пизда. Блять, еще и жизнь проебал. А, кристалл гал не проебать. А-а-а! Блядь. Завин Сим. Лёшка картошка. О, сейчас жизнь пиздили. Жизнь пиздили. Так, тюлени пошли нахуй. Что ты взрывает? Зонта Джиси и Чарк. Дед это краш. Игрушка детства с обновленной графикой. Блять, все проебал. Зонты GCE Chart. Картошка. Картошка. Упоротый енотик. Блин, медвежонок милый. Хочу. Допрыгали! Блять, а вот сейчас... Вот, да я так и думал. Блять, прям на первом ящике почти. Зонт Джиси и Чарт. Будет медвежий енот. Упоротый енотик. Картошка-картошка, пошли капать Антошку. Блять, там раньше прыгать надо было, я этот момент помню. Медвежий живот отшлифуешь. Упоротый енотик. Ахах. Блять. Не, я так всю жизнь прыгал. Так, примерно вот так. И потом вот так. Две жизни. Уже проебал. Упоротый енотик. Отшлифованный медведь. Ничего так. Завин Сим. Ахаха, трусы медведя на лице. А Золотос, ты что, бедный медведь. Ага. Не, все, через задом. Окончено.
конечно, повторять. Правда, Мишку жалко, а хуй дел. Зонта GCHR, о медведя уже, наверное, жопа до мозга шлифанулась. Для подчеркивания Сандра. Ладно, всем спокойной ночи всем. Давай, спокойной ночи. Ебать, что за страшное ебало. Упоротый енотик. А Хазар? Зонта GCHR, спокночий, дедушка. Блять. Упоротый енотик. Влад Дубовая Кара. Упоротый енотик. Пока, дед. Мой любимый момент. Вот так, блядь, не вот так. Да нет, там надо прыгать, только надо раньше прыгать. Упоротый енотик. Ёпта, мой русский покинул чат. И... Блядь, и на ящике ебанутом под... Да и ничего страшного. Гусь ты с русским, скажи, блядь, ну сон, говорю, блядь, как говорить, это пиздец, блядь, давай подсорок. Влатос. Лучше были штаны из березовой коры, что и попа не потела, не кусали комары. Я точно, ладно. Упоротый енотик. Мне показалось, ли медведь гавкнул. Да, он гавкает. Влатос, Лёха, не ори. Огорай! Да что ж ты будешь делать? Прыгнуть надо, мудрить. Вот, видишь? Тут касатка тебя сожрала. Упоротый енотик, а ты не ори. Игра окончена. Да нет, до того момента сложно. Завин Сим, Лёха, не пизди там. Влатос, пиздец мои уши, Лёха бомбит. Заряжается. Влатос, пиздец, страшный кот. Блять, там Влатос, Лёха еще что-то разбил. Не, это я уронил. Зонта Джесси и Чар. Ничего. Ой. Сейчас будет жопа. А, не, не. А! Я забыл. Влатос, Саня, разнеси все к чертям. Завин Сим, Лёша, что бомбанул? Да. Вот сейчас. А, три жизни есть, еще живем. Да. Да почему ты, сука, сразу не нажимаешь? Зонта GCHR. Я в порядке. Просто надо орать, а то меня не слышно. Влатос, словарь 100 цеков. Я как? Я же чекпоинты, блядь, спиздил. Блядь, опять забыли. А, не. Завин Сим, Лёша голос. Влатос,
А потом Лёха говорит, что горло сорвал. Фу, добежали. Зонта Джисси и Чарк. Ага, Владос. Крушим крэша. Ну давайте поржем. Сейчас меня будет. Влатос, Леха, береги горло. Нам еще стримы с твоим участием нужны. Говорит, он старается. Все, народ, это будет последний уровень, и на сегодня хватит. Ой, блядь. Я узнал, куда зайти. Solid Snake. Из жопы достал. The Win Sim. Кристалл он что из жопы вытащил? Блять, опять жопу поджарили. Зонта Джисси и Чарк. Да, это спеца Кристалл с вибрацией. Влатос, я слышу, как он там старается, аж на всю квартиру орёт. А это за захас. Так, стоять. Тут по-любому что-нибудь интересное. Я уж не помню, правда. Solid Snake. Фига там у него очко разработанное. Понятно, просто тупо я бы. О! Ну побежали. Зонта Джисси и Чарк, бандикуты они такие, ой. Владос. Фу, извращуги. О, ну, с Богом. Блять, промахнулся. Блять, дважды. Зонта Джисси и Чарк. Хреново яблоки хаваешь. The Win Sim. Саня, Лёха, сейчас же на час разница. Зонта Джисси и Чарк. У нас сейчас 20:53.
Фу! Ну чё, с Богом? Блатос, надо ему силой яблоки пихать. Шопаши из жопы вылезали. Завин Сим, вот ага на час. Так, на третий, по-моему, прыгать. Нет. Блять, я нажал нолик, дура. Завин Сим, дура. Зонта Джиси и Чарк. Бедный бандикут. Все, прошли. Все, народ, давайте прощаться. А то, правда, ну, укоры сколько смог, столько постримил. Завин Сим, Сана теперь Александра. Завин Сим, Саня. Влатос, да свилули. Ладно, пока прощаемся, давайте посмотрим на смешной рост бандитов. Зонта Джиси и Чар, всем спасибо за просмотры, оценки, всем удачи, всем кус. Да, Светлана, народ, спасибо Постол. Большое. Привет всем снова. Упоротый вот. Енотик, кукууся. Свет, ты как обычно под конец. Все, я уж больше не могу, реально, надо уж прилечь. Светлана Постол, и пока. Да, давайте, всем спасибо большое за оценки, за просмотры, за лайки. Зонта Джисти и Чарт, спонсор выпуска The Win Sim. Это да. Если б не он, этого бы стрима не было. The Win Sim, всем пока, Света, тис-тис. Всем, давайте, народ. Удачи вам. Всем кусь-кусь и не куся. Ну, я думаю, вы услышали.